Это присоска или что? Здесь присоска, то есть понимаете, если появится, здесь мы пока просто конституционно поставим. Да, присоска. А, вон, Вот цвет, да, то есть можно датчики поставить. Вот у него есть специальные разъемы, где можно ставить датчики. Он может выбрать одни красные, да? А фигуру он может строить любую? Любую можешь построить. То есть какую ему задашь в программе, такую он может и строить. Либо автоматически. Есть у нас еще конвейер. Дальше у него есть экструдер, то есть я, например, из этого робота могу сделать 3D принтер такой же, как нам. То есть вот он экструдер. Также могу запустить экструдер. Потом могу также лазер поставить. То есть у него лазерный ручка и любые другие модификации, которые можно сделать. Можешь фрезу поставить, это будет уже фрезерный как станок. Ну, манипулятор. Россия, Китай всегда очень эффективное сотрудничество. Это точно. Это